Так, ну давайте, наверное, сделаем небольшой перерыв, да, или мы из графика выбились, наверное, давайте уже и без перерыва. Сейчас быстро проведем буквально за пару минут опрос, небольшой опрос голосования, именно вот как раз посвященный по переходу на удаленку. Узнаем у наших удаленных зрителей, участников, насколько был переход болезненным или безболезненным. Опрос проводим там же, slido.com, 36 396, код голосования. Вообще удивительно, что вот такие показатели, конечно, с одной стороны, очень много технологичных компаний, которые, казалось бы, должны очень легко переходить на какие-то такие вещи, но тоже сталкиваются с какими-то сложностями. Сколько мы вот общались с партнерами, конечно, наличие рабочих ноутбуков или их отсутствие, пожалуй, было, наверное, главным таким тормозом. Когда все бегали и искали десятки, а то и сотни ноутбуков для перехода. Ну вот у нас ноутбуки были у всех, операторы работают с ноутбуками, и там все, когда уходили домой, их забрали, но у нас основной проблемой стало качество домашнего интернета. И там Ну все проблемы были связаны с да, этим. то есть тут на самом деле несколько факторов играет. Вот, ну смотрите, у нас перешли легко, 2/3, 70% почти перешли легко. Так, ну, я думаю, с результатами все более-менее понятно. Давайте тогда проведем наш первый розыгрыш. Для тех, кто все-таки у нас остается онлайн, кто с нами. Мы сейчас разыграем вот этот замечательный Powerbank на 20 тысяч миллиампер. Отвернусь, или сейчас мы кого-нибудь позовем. Наверное, вот Эльмиру, отдел взыскания, хрупкая девушка из отдела взыскания. Давайте, вытяните. Так, Елена кто у нас? Кириченко. Елена Кириченко, BP Контакт. Так, сейчас мы попытаемся дозвониться Елене, потому что у нас одно из условий розыгрыша — это быть онлайн во время розыгрыша. И волшебное слово у нас будет «удаленка рулит». Если Елена нам сейчас скажет этот код «удаленка рулит», то она получит. Если нет, то мы переиграем. То мы вручим Powerbank кому-нибудь другому. Так, Лена не отвечает. Так, что будем делать? Давайте переиграем. Анна. Все, мы не даем шансов. У нас Татьяна Сайфарова. Татьяна Сайфарова, телеконтакт. О, как раз сейчас говорили о телеконтакте, что они помогали коллегам из НИТа 1414. Напомню, кодовое слово «удаленка Здравствуйте. рулит». О, Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Вы нас смотрите? Да, конечно, я вас смотрю, и кодовое слово «удаленка рулит». О, отлично! Татьяна, поздравляю! Вы становитесь счастливой обладательницей этого замечательного Powerbank. Спасибо, что нас смотрите. Спасибо большое. Спасибо вам. Не отключайтесь. Возможно, вам повезет еще раз. Да, Спасибо, мы обязательно. что-то, я не знаю, правда, будем мы их дальше закидывать или нет, или пусть всем везет однажды. Но в любом случае, Татьяна, спасибо.
Не отключайтесь. Спасибо вам. Будьте на связи. Как получить приз, мы вам напишем отдельно.